Играю на гитаре, как известно, плохо. Вот, песни я эти не выучила нифига, потому что я их никогда не пою. Пою, но очень редко. Следовать они будут в хронологическом порядке. Если я не успею вам их все спеть, я их спою вам когда-нибудь потом. Я снова стала женщиной, которая приходит по утрам, которая несется по бульварам и по проходным дворам, которая несет в своих мешках, несут икону в крестный ход, перед которой тормозят авто и расступается народ. Руки в карманах, руки в карманах. За право держать свои руки в карманах я буду платить по счетам. О, сегодня мы вместе идем по дороге, а завтра ты здесь, а я там. О, руки в карманах, руки в карманах. Я статуя свободы с окровавленным мороженым в руке. Я так себя ждала, и наконец я появляюсь вдалеке. Звезда в моей утробе, словно ежик в переломанных лучах. Я статуя Юдифи с головою Аллаферна на плечах. О-о-о, руки в карманах, руки в карманах. За право держать свои руки в карманах я буду найтать по флотам. Сегодня мы вместе найтали с тобою, а завтра ты здесь, а я там. О-о-о, руки в карманах, руки в карманах. О-о-о, карманах. А чего вы там машете? Вам звука мало? Чего это кто-то делает такие вот движения? Это что означает? Все нормально? Ну хлопайте тогда, хрен ли.